республике с рабочим визитом находится двукратная чемпионка мира, знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая. Заслуженный мастер спорта возглавляет всероссийскую информационно-профилактическую акцию «Жить, побеждая диабет». И в Якутск она приехала презентовать эту акцию. Репортаж Нергуяны Егоровой. После Вологодской, Волгоградской, Тульской, Свердловской, Иркутской областей всероссийскую акцию «Жить, побеждая диабет» принимает Якутск. Известная фигуристка Ирина Слуцкая обсудила вопросы борьбы с диабетом средствами физической культуры. Также подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Я никогда никому не хочу вызывать жалость. Просто я, скажем так, живой пример того, что с любым заболеванием, даже с достаточно сложным, можно и нужно бороться. Самое главное в этой ситуации не опустить руки. Мы не могли не спросить о спортивной карьере Слуцкой, которая в протяжении более 10 лет, несмотря ни на что, нападение, болезнь, несправедливое судейство, все равно вставала и побеждала. Почему нас до сих пор любят? Потому что я говорила уже с 95 по 2006. Это очень большой срок для спортсменов. 3 олимпийских цикла. Это очень много. Это хорошо, что моя часть истории дает некий порыв и толчок для молодежи. Известную спортсменку в Ледовом дворце ждали с самого крыльца. Желающих прокатиться с чемпионкой было много. У нас есть вопросы по некоторым элементам, которые мы бы хотели, чтобы она нам разъяснила, рассказала какие-то секретики. Что, например? Тройные прыжки. К сожалению, сахарный диабет прогрессирует по всему миру. В республике цифра достигает более 3000, из них на учете состоит 162 ребенка. Мы привыкали к этому диагнозу. На сегодняшний день мы уже знаем, как с этим дальше жить, что с этим делать и как помочь собственному ребенку. Первый раз на коньках. Было здорово. Было здорово. Понравилось? Да. Некоторые участники мастер-класса не умели кататься на коньках и провели первый урок не с кем-нибудь, а с двукратной чемпионкой мира и рекордсменкой Европы. Она непосредственно показывала, что именно надо делать, так как я была не со всеми ребятами, а немного в стороне. Но также она меня и хвалила. Мы ходим на кружок эндокринологии. Руководитель кружка является Сыдыкова Любовь Ахмедовна. И она нас пригласила, чтобы мы поддержали Ирину Слуцкую и помогли детям. «Жить, побеждая диабет» — с таким призывом завершается сегодняшний день со звездой мирового спорта Ириной Слуцкой. Физическая нагрузка – это профилактика борьбы с диабетом. Ведь самоцели становятся важными в жизни больных детей. Нергуяна Егорова, Юрий Филиппов, НВК СХ, Якутск.